Приветствую всех, друзья мои! Ну что, малявочки у нас адаптировались, и пришло время их прищипывать, тем самым формировать, чтобы они росли пышненькими кустиками. Прищипывать буду на две пары почек, а оставшиеся зеленые черенки сажать в подготовленные стаканчики с грунтом. Грунт у меня состоит из классмана или торфа из брикетов, кокос для рыхлости и перлит. Перед посадкой череночки макаю в укоренит. Потом все опрыскиваю, плотно закрываю крышкой и ставлю под свет. Теперь вот такие лысики у меня здесь стоят. Итак, прошло 2 недели. Смотрите, как изменились наши гортензии. Из пазушных почек появились новые росточки.